В прошлом выпуске я обратился к барберу Игорю, чтобы он сделал из меня человека. 2 часа в кресле, 1000 состриженных волос и теперь момент, которого я так ждал. Волос у нас довольно такой пушистый, легкий, поэтому мы будем наносить пре-стайлинг. То есть это пре-стайлинговые средства, в основном всегда жидкие, наносятся на мокрые волосы. Это будет морская соль. То есть что она нам даст? Легкий эффект укладочный подчеркнет как раз таки эту небольшую небрежность, которую мы будем создавать, и рваную текстуру, которую мы также простригли ранее. Самая главная проблема клиентов, они говорят, что я не могу уложиться дома так, как меня уложили в барбершоп. Поэтому я всегда индивидуально объясняю, как это сделать. Для этого нам нужен фен и расческа. Либо обычная стандартная вот такая, но если имеется вот такая расческа, то намного лучше. Начинаем всегда сушить затылка. Затылок мы сушим по росту волос. Хаотичное движение, делаем это вот так в домашних условиях. Далее мы надеваем сопло и делим голову на 3 зоны. Это околозатылочная, средняя и челка. Околозатылочную зону мы укладываем чуть-чуть вперед. Дома мы это делаем вот так. То есть усушиваем немного вперед и чуть-чуть вбок к месту нашего перехода. Мы переходим к следующей зоне. Это центр, середина головы. Дома мы сами делаем это вот так. Можно спокойно, даже без помощи рук, это прочесывать. И теперь переходим к крайней верхней зоне. Это зона челки. Здесь как раз таки нам понадобится вот такая расческа. Если она есть, то просто шикарно. Чтобы придать объем. Дома мы это делаем вот таким способом. И дорабатываем расческой. Я, во-первых, не могу нарадоваться. Это круто. Вот как я сейчас выгляжу, это модно? Это практично, в первую очередь. Во-вторых, в этой стрижке есть элементы, которые вошли в моду очень давно. Это вот как элемент фейд. И не выйдет, наверное, больше никогда, потому что это идеальная мужская стрижка, идеальная мужская форма. Что в этом сезоне будет модным? Примерно 2-й год из сезона не выходит хаотичность, то есть это текстурированные какие-то рваные стрижки, пряди. Возможно, какие-то будут более дерзкие варианты, чтобы с масками красивее смотрелось. Если проходиться по названиям, то это стрижка кроп и все ее производные, возможно, это кроп с фейдом, удлиненный кроп. Это Цезарь, стрижка, которая уже очень давно не выходит из моды. Сейд Парк – это укороченный классический вариант стрижки, вот примерно то же самое, что мы простригли. Это для деловых людей, она никогда не выйдет из моды, потому что практичная, серьезная, такая строгая, достаточно выдержанная стрижка. А какой бы вы могли дать совет мужчинам? Прихорашиваться, естественно, не забывать следить за собой, как можно чаще, примерно раз в 3 недели, раз в месяц посещать своего мастера, обновляться. Обновились к весне. Михаил Иванов, Константин Фролов.